Итак, сегодня мы с вами будем заниматься докембрием. А, собственно, в изучении докембрии в последние 20-30 лет произошла настоящая революция, которая очень существенно заставила пересмотреть прежние представления о этом периоде. Но поскольку у нас в это время жизнь еще не настолько сложна и автономна, как сейчас, очень многое и сами условия на планете очень сильно отличались от нынешних, нам придется довольно много обращаться к, не только к жизни, но и к самой планете вообще. Поэтому довольно много будет всякой информации, касающейся не только биологических объектов, но и планеты как таковой. Вот, собственно говоря, для начала нам придется вспомнить, а для заметной части аудитории, наверное, это будет даже не вспомнить, а узнать кое-что о планете, развитии ее как твердой оболочки, так и подвижных оболочек, атмосферы и гидросферы. Собственно говоря, месте, где существует жизнь. Так, для начала. Значит, мы с вами помним по прошлому занятию, что планета наша образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, да, вместе со всей прочей нашей Солнечной системой. И на этом мы, так сказать, поставили точку. Нас тогда интересовали только датировки. А теперь вопрос на засыпку. Хорошо, вот планета возникла. Некий каменный шарик, который летает по соответствующей орбите. На планете, понятное дело, нет в это время еще ни атмосферы, ни гидросферы, подвижных оболочек. Откуда берется атмосфера и гидросфера, в принципе? А? Да-да, какие воззрения будут, да? С помощью воды нет еще. Никакой воды пока еще нет. Как вы сказали, лед? Лед из космоса. Отлично. Значит, про лед из космоса, все правильно. Это замечательно, что вы вспомнили, что действительно в газополевом облаке, из которого лепится Земля по всяким современным представлениям, довольно много воды. То есть в состав вот этого самого шарика действительно вода входит. Но вода, как вы правильно сказали, в виде льда. Как ее превратить в какие-то более приличные формы? Да. Что-что? Нагреть. А как? Да, я на всякий случай, еще одна вводная. Вы знаете, да? Но это уже, вы, так сказать, точно должны знать по всяким курсам географии и всего прочего, что исходно существовали две теории, да, две гипотезы происхождения планеты. Горячая гипотеза и холодная гипотеза. Что горячая гипотеза, это, соответственно, восходящая там к Канту еще, это что, соответственно, планеты, Земля в том числе, представляет собой фрагменты вещества центрального светила, то есть солнечные, которые, значит, вот потом остывают неким образом, вот остывают до нынешнего состояния. Холодная гипотеза, это что как раз планеты лепятся из этой самой из газополевого облака, и исходно планета холодная, да, и неким образом разогревается до нынешних температур, которые внутри планеты, понятно, достаточно высоки. Значит, по нынешнему времени горячая теория сторонников не имеет, это, так сказать, умерло в 20-е годы 20 века примерно. Последние тут эксперименты были у Мультона Джинса, гипотеза. И с той поры, в общем, все разделяют холодную гипотезу, что планета исходно была холодной и неким образом, так сказать, разогревалась изнутри. Да. Трение. Чего? Трение вещества. Трение. А что обо что терлось? Трение. Нет, мысли, конечно, интересные, но что обо что? И кроме того, для того, чтобы у вас что-то обо что-то терлось, что-то должно перемещаться. Энергия на перемещение откуда берется? То есть, вообще-то говоря, в курсах всякой географии и прочего это фигурирует. Ну, напрягитесь.
Еще раз, откуда в принципе берется на этом самом шарике, вот слепившемся из газопылевого облака, где действительно есть лед, вы правильно сказали, внутри, да, все чистая правда. А как это все дело? Да. Ну, с помощью солнца, ну, дистанция-то до солнца какая? Вы представляете себе температуры, которые тут просто чисто на солнышке? Тут не догреешь, не догреешь до 1000 градусов, которые у вас внутри планеты. Да, значит, итак, открываю вам страшную тайну. И атмосфера, и гидросфера являются результатом деятельности вулканов. Да? В результате вулканической деятельности у вас есть вулканические газы, да, которые у вас, как мы сейчас разберемся, как будут в итоге формировать обе подвижные оболочки. Вот. А? Вот. Дальше следующий вопрос, как работают вулканы, ведь откуда берется энергия, которую впоследствии будут энергия, которая будет использована на вулканическую деятельность, ну и также, так сказать, на всякое горообразование и много чего другого. Значит, по нынешнему времени, то есть вопрос, грубо говоря, стоит, с самого начала стоял так, каким образом можно разогреть вот этот самый исходно холодный шарик, возникший при слипании этих самых газопылевого облака вот в нашу протопланету. Значит, источников этих три. Значит, ну, один самый простой и очевидный – это бомбардировки метеоритами. Да? Сверху падают метеориты, и, конечно, когда происходит столкновение метеорита с этим самым, с этой протопланетой, ну, понятное дело, выделяется некоторое количество тепла, некоторое. Но в общем и целом это, в общем, балансе энергии, это, в общем, копеечные. Значит, дальше примерно... Следующий фактор разогрева – это радиоактивные элементы. Да? То есть радиоактивные элементы, энергия радиоактивного распада, которая, соответственно, опять-таки может нагревать недра планеты. Значит, участок этот действительно это есть, действительно это явно работало. Но подсчеты геофизиков показывают, что это примерно, примерно процентов 20, ну никак не больше четверти энергии, которая была затрачена на, вот, которой располагала Земля для того, чтобы разогреться. А самым существенным фактором считают гравитационную дифференциацию недр. Гравитационная дифференциация недр. Дифференциация недр. Значит, из каких двух главных элементов состоит наша планета? Трех. Какие три химических элемента главные в составе Земли? Да. Земля, вода и воздух. Это не элемент. Это элементы, как их понимали там в раннем Средневековье. Мы имеем в виду химические элементы. Да. Азот нет. Азот чепуху составляет. Вода это не элемент, это вещество. Водород. Водород, кислород. Нет, оба они. Значит, вот водород не играет. А кислород вы правильно назвали, но надо сказать, что это не тот кислород, который вы имеете в виду. Вот свободный кислород, которым мы дышим, он составляет чепуху, которую там в балансе и не видно. Хотя это чрезвычайно важные вещи, мы там половину лекции дальше посвятим этому. Значит, имеется в виду кислород, который входит в состав окислов. Да? Значит, вот кислород – это элемент, которого больше всего просто на планете. Да? Значит, далее, какие два, значит, но он входит в состав окислов, поэтому он, так сказать, везде. Какие два следующих элемента? Это, опять, это вещество, а не элемент.
Вот вы, к сожалению, действительно, еще, ребята, еще маленькие, и разница между веществами и элементами. Железо и кремний, просто для тех, кто постарше, и кто все-таки про элементы. Значит, железо и кремний, два следующих элемента. Кислород мы, грубо говоря, вычитаем, потому что речь идет про кислород в составе окислов. Кремний и железо, соответственно, железо, из которого состоит сейчас ядро планеты, да, и кремний, из которого состоит, в основном состоит внешняя часть планеты, когда-то при образовании планеты они были перемешаны. Да? То есть соединение кремния и соединение железа. Дальше у вас железо, вот, дальше у вас соединение кремния и железа. Вот мысленно, да, мысленно вырезаем кусочек планеты, да, столбик. Да. Можно посчитать, кто все-таки физику превосходил, как посчитать потенциальную энергию вот этого самого столбика. Ну, у него есть центр тяжести, да, центр масс. Да? Центр расстояния от центра масс до центра Земли, это, соответственно, у нас будет H. Да? Соответственно, энергия потенциальная всего этого дела, это соответствует mgh, да, неким образом. Итак, после этого начинаются некие процессы. Железо, да, соединения железа у нас опускаются к центру планеты, как более плотные, а соединения кремния, наоборот, всплывают. Через некоторое время, оказывается, что железо опустилось, сколько-то, кремний всплыл. Что будет с центром тяжести на этом месте? Центр масс. Центр масс сместится. Куда сместится? Вниз. Совершенно правильно. Центр масс на этом месте смещается вниз. Да? Поэтому, соответственно, вот H2. Здесь, значит, у нас H1. Да? Энергия другая у нас, значит, MgH2. Понятно, что M одно и то же. G одно и то же. Да? А H разная. То есть энергия, соответственно, здесь вроде как оказывается меньше, чем исходно. Да? То есть потенциальная энергия у вас уменьшилась. Законы сохранения энергии при этом никто не отменял. Да? Поэтому эта энергия должна перейти в некие другие формы. Да? То есть эта потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию движения молекул. Повышается температура. Вот за счет этого простенького процесса, что железо оседает к центру, а кремний всплывает, ну, в виде соединений, разумеется, выделяется огромное количество энергии. Значит, по подсчетам геофизиков, это количество энергии составляет примерно 10 в 40 степени калорий. Это непредставимая цифра. Если так сказать, это так приводить в понятные нам величины, это примерно триллион суммарного ядерного запаса ядерных боеголовок, которым располагает на нынешний момент человечество. Да? Значит, понятен порядок величин. То есть другое дело, понятно, что это все дело было размазано на соответствующие временные интервалы. Но понятно, что здесь, при помощи такого источника энергии, можно разогреть недра исходно холодной планеты до вполне приличных величин. Значит, недра планеты разогреваются, и на этом месте у нас начинается вулканическая активность. Да? Что происходит при извержении вулкана? При извержении вулкана у вас выделяются вулканические газы, как мы помним. Да? Почему при извержении вулканов выделяется газ? Значит, отлично, что вы помянули давление. Значит, представляете себе, что бывает, когда вы откупориваете бутылку пепси-колы. Да? Она начинает пениться, пузыриться, начинает вылезать пена. Да? Почему это происходит? Да, в этой самой пепси-коле, там в некоторых других напитках, был растворен исходно углекислый газ. Да? Углекислый газ вбивается в эту жидкость под высоким давлением. Да? Газы могут растворяться в жидкостях точно так же, как
твердые вещества. Точно так же, как сахар, соль, в жидкости растворяются и газы. Когда у вас кипит чайник, это, соответственно, выделяются те газы, которые были в этой воде растворены. Значит, в тот момент, когда у вас давление внешнее понижается, да, у вас начинается все это дело вспениваться. Да? Так вот, обращаю ваше внимание на то, и вот хорошо вы тогда помянули про лед, который вошел в состав планеты, протопланетного облака. Так вот, лава представляет собой жидкость. Да? Жидкость, в которой, соответственно, можно, то есть не просто можно, а в которой растворено огромное количество газов, как в любой жидкости. Вы спросите, как же это так? Как газы могут растворяться при таких температурах? Очень просто. Просто нужны очень высокие давления для этого. Те давления, которые, собственно говоря, и существуют в глубинах нашей планеты. Поэтому, когда расплавленная лава появляется на поверхности, она вскипает точно так же, как у вас вскипает пепси-кола. В некоторых случаях вы это вскипание можете видеть в яви и в живе, когда вот вы пемзу берете. Да? Вот пемза это и есть, когда это все дело вскипело, но в связи со свойствами вот этого самого камня, расплавленного и кипевшего, вот он застыл в виде такой пористой структуры. Да? Газ не вылез наружу. Значит, как бы то ни было, газы выходят на поверхность. Да? Значит, вулканические газы состоят, из чего состоят вулканические газы? Здесь нам, к сожалению, опять не обойтись без химии. Да? Да, ну, вспоминайте, вы не только в учебниках, там смотрите же, опять-таки, всякие там BBC-шные сериалы там, про вулканы. Из чего состоит? Из чего состоят вулканические газы? Пар. Отлично. Отлично. Знаете, вот это как раз обычно забывают. Да? Начинают перечислять, значит, СО2, углекислый газ, угарный газ, да, там метан, там соединение, соответственно, что там, ничего. А там азот, в какой виде? Азот в виде аммиака, да, сероводород вспоминается, да, H2S, там, SO2, да, и окись серы, да, ну там... Иногда вспоминают даже кислые дымы, H-хлор, H-бром, H-йод, да? Раствор, которые могут давать растворы галогеновых кислот. При этом обычно забывают то, что самое главное. H2O, да? Воду в газообразной форме. Вода в газообразной форме составляет примерно 3/4 объема вулканических газов. Это самое главное, что есть. А теперь внимание. Значит, вот такое, вот все это дело у нас попало на поверхность планеты. То есть исходно планета одевается первичной атмосферой вот такого состава. Да? А теперь самое любопытное. Вот дальше с чем нам повезло? Нам сейчас планетой крупно повезло, но везение наше началось просто с той дистанции, которая отделяет ее от центрального светила, от Солнышка. Потому что очень важно, чтобы температуры исходно вот, без атмосферной планеты были соответствующие. У астрономов эта величина называется температура лучистого равновесия. Запоминать это не надо. Это та температура, которая создается на поверхности вот такого каменного шарика, который летает без атмосферного каменного шарика, который летает по соответствующей орбите. Температура лучистого равновесия на нашей вот, третьей планете Солнечной системы 12 градусов Цельсия. Значит, почему? Вы понимаете, почему это было нашим везением. Потому что при этих температурах вода, которая может быть в жидком, твердом и газообразном состоянии, то есть может быть в виде льда, пара и жидкости, она имеет место быть в жидком состоянии. Поэтому вот эта температура позволила нам сформировать гидросферу на планете. Да? То есть у нас имеется вода в жидком состоянии. А при этом обращаю ваше внимание на то, что вода, водяной пар, это парниковый газ, да, который в свой черед просто разогревает атмосферу.
Да? Вот поэтому, так сказать, стенание насчет глобального потепления и его причины в виде СО2, они, в общем, достаточно безосновательны, потому что основной парниковый газ – это вода, то есть водяной пар, на который мы никак не влияем. Так вот, соответственно, к нашему счастью, тогда, при образовании планеты, примерно 3,8 миллиарда лет назад, первые осадочные породы фиксируются, да? Вот появляется гидросфера, вода в жидком состоянии. Значит, а вот, например, на Венере температура лучистого равновесия оказалась слишком высока, и выпадение воды в жидком состоянии не произошло. А дальше начинает работать система с положительной обратной связью. Вода не убрана в жидкое состояние, поэтому оставшийся в атмосфере пар разогревает атмосферу до еще более высоких температур. Вообще-то исходная температура на поверхности Венеры, она меньше 200 градусов, да? А потом в итоге это разогревается под 400, когда, поскольку и СО2, и H2O в газообразной форме, то, соответственно, температура там совершенно чудовищная. Вопрос ни о какой жизни там, конечно, на Венере не стоит при таких температурах. У нас, слава богу, этого не произошло. У нас вода перешла в жидкое состояние, возникает гидросфера. Дальше у нас начинают себя по-разному вести вот эти самые имеющиеся здесь газы. Да? У нас есть газы, как вы знаете, газы, которые хорошо растворяются в воде, и газы, которые растворяются плохо. Ну, растворимые, нерастворимые. Значит, какие из здешних газов растворимы в воде хорошо? А? СО2 хорошо растворимый газ. Да? Это примерно 1 к 60. То есть одна часть, которая содержится в воздухе, соответствует 60 частям, растворенным в океане. Значит, вот СО2 уходит в океан у нас. Да? Значит, что еще? Значит, СО2 какой есть, так сказать, он, его немного, он в основном как раз в виде H2S. Ну, что есть, то в виде СО2 уходит в океан. Да? Уходят в океан еще, и мы об этом сейчас будем говорить, через некоторое время так называемые кислые дымы, то есть галогенводороды, тоже хорошо растворимые вещества. Отлично. Ну вот, так сказать, вот, соответственно, что остается в атмосфере. Как мы видим, атмосфера, вот эта, после того, как мы убрана, да, из нее убраны в воду растворимые газы, она все равно выглядит абсолютно не так, как выглядит нынешняя атмосфера. Из чего состоит нынешняя атмосфера? Азот, да. Азот и кислород. Да? Азот и кислород в соотношении, соответственно, в каком соотношении примерно, грубо? А? Сколько? 70 и 30. Ну, на самом деле, несколько меньше, но неважно. Четверть на самом деле. На самом деле четверть на три четверти, да, примерно. Ну и кое-какая чепуха еще присутствует. На самом деле так, да, действительно, четверть на три четверти. Три к одному. Да. Чуть меньше. Значит, как мы видим, ни того, ни другого в составе первичной атмосферы нет. Вопрос, почему и как берется вот эта вторичная атмосфера, в которой мы живем? Значит, на этом месте, соответственно, ключевая вещь – это появление свободного кислорода. Да? Свободный кислород – это газ, который не может быть воспроизведен, который отсутствует в составе вулканических газов. То, что выкидывают вулканы – это восстановительная среда. Свободный кислород неустойчив химически, нужно норовить вступить сразу в соединение, да? Совсем другим. То есть у свободного кислорода должен быть некий источник, да, который его постоянно поставляет. Да. Растения, совершенно правильно. Ну, в том числе и растения. Растения и микроорганизмы. До растений еще дойдет дело не скоро, но да, фотосинтезирующие растения и микроорганизмы. Да, результат их деятельности. Значит, итак, когда появляется. Когда неким образом появляется на планете жизнь, все это дело начинает реагировать с кислородом. Значит, кислород дожигает
метан и угарный газ до СО2, ну, СО2, соответственно, убирается. Он дожигает H2S, дожигается до СО2, да, СО2, СО3, и, соответственно, опять, это, опять-таки это убирается, да, и здесь ход реакции достаточно сложный, тут будет довольно сложная химия, не буду вас грузить, но в конце концов азот в восстановленной форме, NH3, да, в конце концов преобразуется в чистый азот. Да? В принципе, он бы дожигался и до NO2, да? NO2, NO3, но азот чрезвычайно химически инертен, поэтому преобразование остается на уровне свободного азота. Таким образом, итоговая атмосфера вот и приобретает этот самый вид. Кислород, который дожигает все, на что падает его взгляд, и азот как самая химически инертная ее компонента. Все остальное сожжено и убрано в океан и растворено в океане. Значит, и вот на этом месте, раз уж к слову пришлось, то про океан следует сказать еще вот какую интересную вещь. Обычно, когда спрашиваешь, почему океан соленый, такой вопрос там для школьной олимпиады какой-нибудь или ну, все сразу говорят, ну как почему соленый? Ну, потому же, почему соленые там соленые озера. Внутриконтинентальный, да, там вспоминаем круговорот воды в природе, значит, вот дождь выпадает над континентами, вода, которая размывает всякие горные породы, в них есть соли, соль попадает в конечный водоем стока, как это называется, а из конечного водоема стока она как выпаривается солнышком, то есть дистиллят отгоняется, а соль постепенно концентрируется вот в этом самом конечном водоеме стока, то есть в соленых озерах, ну или в океане. Вот. Значит, ответ неверный. Значит, ответ неверный, то есть так действительно формируется соленость континентальных водоемов, соленых озер, а соленость океана имеет принципиально другую природу. Значит, океан соленым был изначально, то есть он не накапливал соли, а он соленым был всегда. Значит, обращаю ваше внимание вот на эти кислые дымы, которые входят в состав углекислых газов. Значит, растворы, водные растворы этих газов представляют собой сильные кислоты, галоген-водородные кислоты, H-хлор, соляная кислота, да, ну, H-бром, H-йод, тоже такие растворы. Значит, они представляют собой слабые, конечно, растворы сильных кислот. А дальше, а из чего состоит дно океанов? Понятное дело, что это какие-то соли должны быть. А какие соли? Какие соединения должны быть? Ну, мы же с вами уже установили, что самый распространенный элемент на планете – это кремний. Соответственно, должны быть силикаты разнообразные. Да? То есть должны быть, с одной стороны, то есть должны быть металлы, да? Калий, натрий, да, там литий несколько, да, кальций, магний, да, и, соответственно, они должны входить в состав силикатов. Слабая сильная кислота и слабая соль, образованная сильным металлом, да, и слабым основанием, да, и слабой кислотой. Дальше идет реакция обмена на этом месте. Да? Опять. И, соответственно, результатом этой реакции является то, что у вас появляются анионы и катионы, растворенные в воде. Натрий, да, и хлор. При этом обращаю ваше внимание, что источник обоих элементов, которые входят в состав поваренной соли, которую вот, ну, из морской воды во многих изначально люди добывали, что источник этих двух элементов совершенно разный. То есть хлор, который входит в состав этой соли, он берется из
исходно брался из вулканических газов, а натрий брался из пород океанического, древнего океанического дна. Вот. И, то есть это как раз считается вполне установленным фактом вот, в исторической геохимии, что все катионы морской воды берутся из вулканических газов, все анионы берутся из вулканических газов, а катионы из пород океанического дна. И это опять-таки можно помнить всегда, что океан исходно был соленый. Вот эта самая концентрация, концентрация соли соответствующим числом промилле, которую мы до сих пор вот несем в составе своей крови, как в физиологическом растворе, который нам вливают в больнице, это и есть концентрация солей, которая возникла вот в этом самом первичном океане. С той поры все существа планеты, они вот такой состав примерно и имеют. Ну, конечно, могут отклоняться при соответствующих обстоятельствах, но это требует некоторых специальных усилий. По умолчанию мы все храним в памяти вот этот самый состав первичного океана. Значит, итак, мы с вами останавливаемся на той стадии, что у нас есть океан, у нас есть, соответственно, соответствующая атмосфера, и дальше мы уже приступаем к вопросу о том, как мы дошли до жизни такой. Ибо, как мы уже договорились, другого источника свободного кислорода, кроме деятельности живых организмов, вообще говоря, нет. Ну, то есть, теоретически, там есть такое явление фотолиз воды, когда молекула воды может разлагаться на кислород и водород, но этот процесс требует больших затрат энергии, и сколь-нибудь существенной роли он не играл никогда. Ну, это как ультрафиолетовые кванты, в частности, вот, разваливают молекулу на кислород и водород. Но этот процесс никакой существенной роли не играет. Это совершенно, так сказать, в размере ошибки. То есть это считается достаточно твердо установленным, что весь свободный кислород планеты имеет биогенное происхождение. И вот, собственно говоря, дальше мы с вами будем рассуждать в основном как раз о кислороде. Ну, это вы по маркировке шкалы, да, которая состоит из 4,5 единиц, понятно, вы, наверное, уже поняли, что речь идет о миллиардах. Да? И сейчас мы посмотрим, как у нас чего менялось на планете по части ее химии. Значит, самые первые следы жизни на планете зафиксированы в такой формации Исуа. Исуа – это Восточная Гренландия, и возраст их составляет 3,8 миллиарда лет. Да? Значит, когда-то, если вы залезете в какие-нибудь учебники или популярные книжки середины 20 века, то вы наверняка обнаружите там всякие, в это время ничего толком про Докембрий известно не было, и там были исключительно, все основывалось на некоторых общих рассуждениях, да, что усложнение клеток, значит, что сначала у нас должны возникнуть некие химические системы, обеспечивающие некое какое-нибудь подобие жизни. Дальше, что на них должно приходиться самое большое количество времени на их существование. Потом должны возникать клетки. Тут уже, так сказать, вот более короткий период на это полагается. Значит, там, ну, потом более высокоразвитые организмы. Ну, где-нибудь, так сказать, вот там, ну, половина вообще Земли там безжизненная, вот где-нибудь к половине ее существования возникают вот эти пробионты, биологические системы, ну там еще половину кладем на там всякое бесклеточное существование, а вот и уже сколь-нибудь осмысленное что-то получается только вот в самом последнем кусочке. Значит, сейчас твердо установлено, что это не так. Значит, сейчас установлено вполне твердо, что жизнь появляется на Земле очень рано. То есть фактически, ну,
очень близко к моменту возникновения самой планеты. Значит, мы можем считать твердо установленным, что жизнь появляется на Земле очень рано. Вот 3,8 миллиарда лет назад ИСУА это, значит, это еще не сами по себе живые существа. Это следы их жизнедеятельности. Вот при фотосинтезе, вы, наверное, знаете, мы когда в прошлый раз с вами говорили про углеродный метод, помните, да? Мы говорили о том, как, что себя по-разному ведут два изотопа углерода. Да? Стабильный С12 и нестабильный С14. Но кроме того, у углерода есть еще один изотоп, С13. Он тоже стабильный. Да? В отличие от С14, он тоже стабильный. Так вот, выяснено, что углерод, что растение в процессе фотосинтеза по-разному питается, вот, по-разному использует эти самые изотопы, так называемое фракционирование изотопов. Я не буду вас грузить всякой техникой, но в итоге углерод, который прошел через фотосинтетический цикл, имеет вот эту смещенную изотопную метку. А изотоп стабильный, поэтому она сохраняется навсегда. Поэтому если вот когда вы читаете где-нибудь углерод органического происхождения, наверное, вам это словосочетание известно, вот это, собственно говоря, и именно это имеется в виду. Углерод органического происхождения – это углерод, который когда-то участвовал в фотосинтетическом цикле, да, в прошлом. Значит, так вот, соответственно, углерод органического происхождения появляется здесь, а 3,5 миллиарда лет назад уже появляются вполне, появляются очень специальные, специфические слойчатые осадки, которые приписываются, которые образуют такие, так называемые строматолиты. Строматолиты. Значит, это продукт жизнедеятельности некого микробного сообщества. Мы более подробно о нем поговорим позже. Это очень интересная структура. Строматолиты по сию пору сохраняются у нас на планете. Но для нас существенно то, что это все появляется очень рано. Значит, более того, значит, вот ваше, так сказать, соображение насчет того, что жизнь может существовать изначально, вот в принципе, значит, что нужно, о чем опять-таки нужно по нынешнему времени помнить. Мы с вами, помните, говорили на прошлом занятии, что для того, чтобы живые организмы и следы их жизнедеятельности попали в палеонтологическую летопись, для начала нужно, чтобы они попали в субаквалию, в воду. То есть они должны для начала утонуть, быть занесенными осадком, и только после этого это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы организм зафиксировался в палеонтологической летописи. Так вот, соответственно, именно формация ИСУА, в которой обнаружены первые, вот этот вот самый углерод органического происхождения, это первые на Земле осадочные породы вообще. Да? То есть до этого у нас пока не найдено следов гидросфер. То есть это не значит, что гидросферы опять-таки не было. Это означает, что нам пока в руки они не попали. Таким образом, мы можем по нынешнему времени говорит с уверенностью, что жизнь существует на Земле с того момента, когда возникает принципиальная возможность фиксации этого результата. Да? Поэтому, соответственно, про даже самый ранний период, вы совершенно правы, даже про самый ранний период существования планеты мы не можем с уверенностью утверждать, что жизни в этот момент не было. Да? Потому что у нас просто нет возможности отслеживать, была она или нет. То есть мы суждений по этому поводу высказывать не можем. Да? То есть мы точно знаем, что с того момента, когда мы жизнь можем фиксировать, она точно уже есть. Да? Вот это следует помнить. То есть жизнь появляется на Земле очень рано. И вторая вещь, которая кажется очень существенной. Значит, вот вы представляете себе, что есть на какие принципиальные группы делятся живые организмы по типу обмена веществ. Самое крупное разделение. Гетеротрофы и автотрофы. Совершенно верно. Гетеротрофы и автотрофы. Гетеротрофы. Автотрофы. Да? Значит, которые одни потребляют энергию, да?
из чужой органики, да, а другие автотрофы органику строят сами, используя, опять-таки, автотрофы. Автотрофы делятся на две группы. Фототрофы, фототрофы и хемотрофы. Да? Совершенно правильно. Фототрофы и хемотрофы. Фототрофы и хемотрофы. Значит, соответственно, просто фототрофы используют для построения органики, да, энергию солнечного света, а хемотрофы используют для построения своей органики энергию химических реакций, которые производят в среде. Да? Значит, такое разделение. Значит, соответственно, кем должны были быть вот эти самые первые живые организмы? Фототрофы? Да, что они должны были быть, они должны были быть автотрофами, во-первых, да, потому что исходные представления о том, что сначала, что они могли быть гетеротрофами, которые поедали такой первичный бульон, который, значит, вот какая-то органика, которая простая органика, которая получается в результате всяких там реакций, всякого, ну, уже на уровне всякой чистой химии. Значит, понятное дело, что это не играет никак, потому что эта самая органика в океане, она ресурс-то конечный, а живые существа размножаются по прогрессии. Поэтому, соответственно, гетеротрофы съели бы этот самый исходный процесс, исходный продукт за совершенно несуществующее время. Да? Поэтому понятное дело, что это должны были быть какие-то автотрофы. И очень долго из общих соображений опять-таки полагали, что это должны быть хемотрофы. При том, что вот самые архаичные существа на планете – это такие археи. Вам курс ботаники уже читали, да, и всяких микробиологов, да? То есть слово «археи» вы представляете себе, да? Что исходные прокариотные организмы делятся на классических бактерий и архей, у которых там совсем по-другому построена оболочка, генетический аппарат. Да? И именно археи, то есть это точно самое архаичное, что у нас есть, но они так и есть, археи, да? Что вот это и есть как раз то, с чего вообще в принципе все начиналось. Это действительно самые простые организмы, и они как раз они почти все как раз химосинтетики. Да? А в это время, ну как раз все очень логично, на Земле в это время много всякой химии, несколько другая, все гораздо более активно, огромное количество всяких химических реакций, ну вроде того, как сейчас в окрестностях каких-нибудь там черных курильщиков на морском дне. Вот. Но в этом появились некоторые сомнения. Дело в том, что, соответственно, мы-то с вами знаем, что здесь углерод. Вот этот углерод со смещенным соотношением, что он как раз указывает на то, что это именно через фотосинтетический цикл шло. Да? И другая вещь, которой мы сейчас переходим более внимательно. Значит, набор. Итак, давайте сейчас посмотрим, как у нас вообще состоит обстановка с кислородом. Да? У нас есть разные способы. Как можно установить в прошлом существование кислородных или бескислородных обстановок. И вот, в частности, есть такая очень интересная вещь, как состав железных руд, которые появляются в этот момент на планете. Значит, в воде мы помним, да, что в это время железо еще не успела опуститься в недра планеты. То есть, ну, в недрах планет, понятное дело, все равно больше, но верхние слои планеты, они железом гораздо более богаты, чем сейчас. Соответственно, железо в разных формах растворено в океанской воде. Да? При этом дальше, соответственно, при наличии свободного кислорода оно окисляется, выпадает в виде осадка на дно, и таким образом получаются такие специфические железные руды, они называются железистые кварциты. Да? Железистые кварциты. Кварциты. Они же джаспелиты, они же полосчатые железные руды. Они действительно образуют, идут такими полосками всегда. К этим железным рудам относятся, этими железными рудами сложены самые главные
железородные месторождения, такие как вот там наша Курская магнитная аномалия, австралийские, марокканские железные руды. В чем особенность этих, то есть основа индустрии вот нынешней черной металлургии, это как раз вот руды этого типа. Значит, при слове «Курская магнитная аномалия» само это слово должно быть вам подсказкой, какой минерал там главный в высоте труднее. А? Магнетит, совершенно правильно, магнетит. Значит, а магнетит – это, соответственно, феррум 2О3 на феррум О. Да? Феррум 3О4, какой иногда записывают по общему балансу. Значит, феррум 2О3 на феррум 3. Феррум 2О3, понятно, да, это ржавчина, грубо говоря. То есть ржавчина с добавкой феррум О. То есть это, грубо говоря, то есть джиспелит, это, грубо говоря, это недоокисленное железо. Это смесь окисленного железа и закисленного. То есть руды этого типа появляются тогда, когда у вас есть источник свободного кислорода, но этого кислорода мало. Да? То есть если кислорода вообще нет, то тогда железо пребывает в восстановленном виде. А если кислород есть, да, то он начинает осаживаться. Но если бы кислорода было много, то он, как мы увидим дальше, как это и будет, он бы садился в виде ржавчины, феррум 2О3. А если это садится в виде магнетита, то это, соответственно, вот недоокисленное железо. Вот, вот руды этого типа, донно-морские по происхождению, они начинаются, их начинается, они возникать где-то в районе 3 миллиардов лет назад, да? Их количество растет, достигает максимума в районе 2 миллиардов лет назад, после чего резко идет на спад. И вместо них начинают образовываться железные руды совсем другого типа. Да? Красноцветы. Красноцветы, вам как может подсказать само заглавие, это, собственно говоря, и есть, вот, собственно говоря, ржавчина. Вот это самое. То есть, ржавчина в концентрированном виде. Вот чего здесь рыли наши славянские предки, так сказать, вот на этих территориях, это как раз болотная руда, так называемый лимонит, да, вот ее как раз, это как раз и есть уже терригенные, то есть происходящие на суше, а не в морях, железные руды, вот типа ржавчины. Эти руды возникают уже на суше, и эти руды возникают при избытке кислорода, да. Значит, переход от донно-морских железистых кварцитов к терригенным красноцветам происходит где-то в районе 2 миллиардов лет назад. Значит, и, соответственно, заставляет предполагать, что где-то в этот момент, да, произошли какие-то очень серьезные события в мире. И, кстати, и что вот, опять, вот они, джиспелиты, и... А первое появление джиспелитов вообще, это та же самая формация Исуа, о которой мы говорили. То есть первые следы джиспелитов, они тогда. Да? То есть все вроде как завязывается. Фотосинтетические. Да? То есть углерод, прошедший через углеродный цикл, через фотосинтетический цикл, и тогда же появляются джиспелиты, маркирующие появление свободного кислорода. Да? Дальше он исчезает. То есть там не прослеживается сплошная преемственность, но джиспелиты здесь появляются здесь. Есть довольно много веществ, которые, минералов, которые неустойчивы в присутствии кислорода. И при свободном кислороде они просто не живут. Вот один из примеров таких минералов – это золотая обманка. Оно же лягушачье золото, пирит, да? Кто-нибудь видел, пирит видели когда-нибудь, да? Действительно, такая красивенькая, такой золотистая штучка. А почему оно лягушачье золото, кстати? В болоте, совершенно правильно. В основном это в заморных условиях недостатка кислорода. Такой минерал может существовать. Если вы выложите его просто вот на стол, через очень небольшое время он
потеряет свои золотые свойства, а потом вообще все, неустойчив. Значит, вот, соответственно, очень интересно посмотреть на распространение пиритовых конгломератов в, опять-таки, в истории. Вы понимаете, да, что в принципе, еще как легко догадаться, пирит он существует и сейчас. Да? Он образуется, некоторое время живет, потом исчезает. Значит, что пирит не может пережить, это, соответственно, он не может пережить попадание в проточную воду, которая, соответственно, аэрированная, богатая кислородом. То есть он не живет не только в вот, просто выложенной на поверхности, но и даже в проточной воде существовать не может. А на этом месте кислород, потому что в проточной воде всегда будет у вас кислород. Да, там идет перемешивание с поверхности. Да. Так вот, соответственно, есть такая чрезвычайно любопытная вещь, это пиритовые конгломераты. То есть это пиритовые гальки, которые демонстрируют следы их переноса и окатывания в текучих водах. Значит, соответственно, можно делать опять косвенный вывод о том, что воды, переносившие эти гальки, они были не, то есть они аэрированы, не аэрированными они быть не могут. Но состав вот этого самого аэрирующего их воздуха был другой, что он по кислороду, там все совсем по-другому. То есть эти пиритовые гальки, опять-таки, очень широко распространены в докембрии, потом их количество уменьшается, и, начиная опять с того же самого, примерно 2 миллиардов лет, да, их как обрезает. С этого момента пиритовые гальки исчезают. Точно так же себя ведет еще целое количество всяких минералов. Уранинит, лазурит, и, то есть минералы неустойчивые присутствия кислорода, они радикально меняются свое поведение вот на этом 2-миллиардолетней границе. В этот же момент радикально меняется характер серного цикла. Вот не только железный цикл меняется, о чем мы говорили, но и серный цикл меняется тоже. До этого это в основном сульфиды, да? А начиная с этого момента это сульфаты и сульфиды, да? И сульфиты, СО2, СО3 соли. Да? Значит, то есть на этой границе что-то очень существенное произошло по части кислорода. Да? Что? И вот дальше, то есть первая мысль, что на этом месте возникли какие-то группы, да, живых организмов, которые вдруг насытили атмосферу. Не получается. Не получается, потому что, в общем, разрыто, сейчас уже информации достаточно много, мы довольно хорошо можем диагностировать всякие следы. То есть весь предшествующий момент, да, вот архей поздний и ранний протерозой, никакого особого прироста численности фотосинтезирующих организмов в это время не происходит. Те же самые строматолиты, в тех же самых примерно количествах. А? Что? Поглощают кислорода меньше, чем выделяют. Отлично, мы сейчас к этому, отлично, мы сейчас к этому вернемся. Замечательно, замечательно. Вы в очень правильном направлении мыслите. Значит, кислород, обращаю ваше внимание на то, что кислород в этот момент в вот этом общем балансе планетарном, вот для этих живых существ, это, ну, понятно, что это цианобактерии были, то есть то, что сине-зелеными водорослями сейчас называют. В основном там еще могут быть еще какие-то группы фотосинтезирующих бактерий, но в основном это были сине-зеленки явно. Значит, чем для них является кислород? Внимание. Да. Нет. Значит, источником энергии по-любому является органика. Мы жгем органику, мы некоторым образом жгем органику и переводим ее в другие формы. Источником энергии все равно у нас является. Что такое кислород, который у нас выделяется в процессе фотосинтеза? Да. А? Яд, совершенно яд это правильно, опять-таки. Это вы еще на одно правильное обстоятельство указываете, что, вообще-то говоря, для существ, которые в этот момент населяют планету, кислород, помимо всего прочего, является еще и просто ядом. Значит, обращаю ваше внимание на то, что
кислород является побочным продуктом фотосинтеза, побочным. Да? Что, вообще-то говоря, для фотосинтеза вам нужен в световой фазе фотосинтеза, вам, вероятно, что-то уже тут рассказывал Сергей Мендельевич, или кто у вас вел соответствующие разделы, да? Он вам рассказывал, что, вообще-то говоря, вам в процессе фотосинтеза нужен, грубо говоря, водород с ободранными электронами, да? И при помощи этого водорода вы восстанавливаете окисленный углерод в виде углекислого газа. И благодаря этому вы получаете на выходе органическое вещество. Да? Органическое вещество – это восстановленный углерод. Да? А кислород, который у вас при этом получается, он – это, вообще-то говоря, побочный продукт, который вам, вообще-то говоря, не нужен. Да. Значит, он… Это просто вы обдираете с молекулы воды протоны, да, аши, да, и используете их в своем технологическом цикле. А кислород просто сбрасывается, это отходы. Точно так же, как можно же использовать для фотосинтеза, можно использовать не только воду, да, в качестве источника протонов, можно использовать H2S, да, можно серные варианты серного фотосинтеза, когда вы работаете с сероводородом, протоны получаете от H2S, и тогда у вас конечным продуктом является, побочным продуктом является не кислород, а что? Сера. Да? Ну, сера просто является. Все, наверное, серный фотосинтез, вот, так сказать, один из вариантов. Да. Значит, это целое количество всяких бактерий как раз вот на осуществляет варианты разные без кислородного фотосинтеза. То есть фотосинтез совершенно не обязательно проистекает с кислородом. Вот наш кислородный фотосинтез – это один из вариантов, ну, по нынешнему времени самый распространенный. Так вот, обращаю ваше внимание только на то, что кислород есть побочный продукт. Да? Вот он сбрасывается в атмосферу, там мало чего летит, потому что все-таки это все в водной среде происходит. Но растворяется кислород, получается, кислород растворяется в водной среде. И дальше на что расходуется кислород? Кислород расходуется на окисление железа. То есть, грубо говоря, весь кислород, который производился цианобактериями и прочими микроорганизмами на протяжении архея, он расходовался на окисление железа. Да? А потом что? Да. А почему? Нет, правильно, а почему? Все-таки. То есть, помните, вспоминайте вот эти самые задачки, вспоминайте задачки по арифметике, бассейн с двумя трубами, да? Бассейн с двумя трубами. В одну трубу выливается, в другую из другой трубы выливается. Наполненность бассейна определяется балансом того, как вливается и как выливается. Так вот, что касается вот этого самого времени, нет никаких свидетельств, что в этой трубе, из которой выливается, происходило какое-то изменение расхода воды. То есть выливалось этого самого кислорода все время столько, сколько и было. Да? А потом вдруг, то есть вот было на совсем низком уровне кислород, а потом вдруг, так сказать, немножко подскочило его количество. То есть что-то случилось вот с этой трубой, как раз из которой вытекало. Что могло случиться? Поделитесь. Что-то с железом, что? На дно. Нет, ну что было в воде, то ушло на дно, да, и село в виде железистых кварцитов. А почему не возобновляется? Да. Почему? Как? То есть впечатление такое, что железо закончилось. А почему это могло случиться? Ну, вулканическая деятельность, опять-таки, никаких свидетельств, что с вулканической деятельностью стало по-другому, нету. Вулканическая деятельность из чего у нас проистекает? Из гравитационной дифференциации недр. Да? Железо, да. Все больше железа уходит вглубь планеты. Да? И верхние слои планеты беднеют.
железом. Вот про время, вот про это время, предшествующее вот этой кислородной революции, а вот это вот событие, которое в районе 2 миллиардов лет назад происходило, их называют кислородная революция. Да? Вот за время предшествующей кислородной революции, как вот кто-то из геохимиков так очень удачно, образно написал, что все это время, несмотря на то, что живые организмы вроде как все время подставляют довольно приличное количество свободного кислорода, да, в атмосферу и гидросферу планеты, что кислорода на планете больше не становилось, а мир все больше ржавел. Очень удачный образ. Да? То есть что весь кислород, который ребята подставляли, вот эти самые трудящиеся, он весь расходовался на окисление железа. И потом наступает момент, когда железо, большая часть железа проваливается в недра планеты. Да? И наверху возникает дефицит железа. Ну, сейчас этот элемент у нас в дефиците в верхнем слое по сравнению с кремнием. Да? На этом месте пам! Труба. Ну, не закрывается, а очень сильно пережимается вентилем. Да? И на этом месте у нас начинается насыщение планеты кислородом. Да? То есть процесс, в основе этого процесса, еще раз, что биологические процессы все идут примерно как шли, но из-за изменений в планетарной обстановке, да, из-за события, которые происходят в недрах планеты, у нас происходит итоговое изменение, сильное изменение баланса по кислороду. Казалось бы, на этом месте следует ожидать, что на этом месте, после того, как уже мы преодолели, то есть трубу закрыли, да, железо, кислород перестал расходоваться на железо, следует ожидать, что кислород очень быстро достигнет нынешних своих концентраций. Да? Основной источник потребления исчез. Тем не менее, этого не происходит. Количество кислорода остается практически таким же еще очень долго, очень-очень долго. Еще 1,5 миллиарда лет кислорода не прибавляется в системе. Вы можете часто прочитать в каких-нибудь учебниках, популярных книжках, когда заходит речь про кислородную революцию, вот эту 2 миллиардов лет, это вот, можете прочитать что-нибудь вроде 2 миллиарда лет назад произошла кислородная революция, и атмосфера приблизилась по своему составу к нынешнему. Это чепуха полная, что все, конечно, все совершенно не так. То есть в некотором смысле она, конечно, приблизилась, да. Что случилось с атмосферой? Атмосфера стала устойчиво окислительной с этого момента. Да? То есть до этого атмосфера была просто восстановительной. С этого момента атмосфера стала устойчиво окислительной. В ней стал присутствовать свободный кислород. Да, это так. Но концентрации этого кислорода не идут ни в какое сравнение с нынешней. Это фактически только-только преодолена точка Пастера, да, 1% кислорода, который позволяет, который в принципе позволяет аэробный метаболизм. Да? Ну, до этого просто аэробный метаболизм никакими силами не может возникнуть. Значит, таким образом, и вот на таком уровне, низком-низком-низком, еще будет планета существовать порядка 1,5 миллиардов лет. Вопрос, почему? То есть почему не происходит вот это вполне ожидаемое, казалось бы, почему нет прироста? Что у нас происходит с вот этими трубами? Кислород яд и начинает всех убивать. Ну, многих он убил, да, это многих он убил, это правда, но такого еще не бывало в истории планеты, чтобы, так сказать, вот, не справились с такой чепухой, как планетарный яд. Кого-то убил, а кто-то что начал делать? Начало просто использовать. Да? До этого вся биосфера, которая у нас есть, до этого у нас атмосфера анаэробная. Да? Кислород, как уже было сказано, это побочный продукт, это отходы производства, не более того. Но естественно, как только они появляются, сразу же находятся умники, которые начинают это дело использовать. Да? До этого момента у вас вся энергетическая станция клетки работает на бескислородных
на бескислородном превращении глюкозы в следующие продукты. Как эти процессы называются? Бескислородный элемент, бескислородный компонент дыхания. А? Брожение, да. Брожение, гликолиз, совершенно верно. Что у вас из молекулы глюкозы получается, что получается в качестве конечных продуктов? А? В конечном, да, в конце концов, первый, но сначала лимонная, ну там есть разные варианты, да, что у вас получается некая промежуточная органика, да, и сколько энергии в виде АТФ, то есть универсальной вот этой энергетической единицы? Две, совершенно верно. Что из этих бескислородных процессов дает нам две молекулы АТФ всего из молекулы глюкозы. А если мы подключаем кислород и начинаем дожигать кислородом вот все эти самые молочную кислоту, ну дальше там первовиноградную и прочую, запускаем ее там уже в цикл Крепса, и начинаем дожигать ее кислородом до СО2 и H2O, сколько у нас получается? 36, совершенно правильно. Получается 36 молекул вот этих самых универсальных энергетических единиц. То есть 2 и 36, почувствуйте разницу, как в рекламе соответствующей. Да? То есть понятно, и понятное дело, что умники, которые начинают этот метаболический яд, который сбрасывается в атмосферу в больших количествах этими самыми ребятами, они, конечно, начинают его немедленно использовать. Да? И начиная с этого момента, вот такая кривая, такая кривулька, но у нас была бы, если бы он по-прежнему, если бы атмосфера по-прежнему оставалась анаэробной, и это было бы по-прежнему отходы производства. Но отходы производства начинают утилизировать, да, начинают утилизировать, и сколько его есть, его потребляют аэробы возникающие, которые благополучно получают свои 38 молекул против 2 на этом месте. И так это все тянется до примерно 0,8 миллиарда лет. Уже, да, 0,8 миллиарда лет. И здесь мы подходим к уже второму процессу перестройки, к второму кислородному буму. Значит, и вот здесь следующее обстоятельство. Значит, как вообще мы можем судить, я, видите, так ловко рисую все эти кривые по тому, чего у нас творилось с содержанием свободного кислорода на планете, да? А на этом месте, естественно, возникает вопрос, а как вы, собственно говоря, определяете, что там было с изменениями концентрации свободного кислорода? То есть мы с вами уже договорились, да, что есть некоторые индикаторы, которые позволяют отделить, позволяют отличить кислородные обстановки от бескислородных, да? Ну, по соответствующим наборам минералов и прочее. То есть кислородное от бескислородного в режиме плюс-минус, да, это отделить можно. А здесь-то у нас задача несопоставима, более сложная. Здесь требуется установить. То есть атмосфера уже устойчиво окислительная, кислород уже есть, и здесь требуется установить, где его больше, а где меньше. То есть задача несопоставимая по сложности. Тем не менее, несопоставимая, но решаемая. Значит, в чем суть? Значит, здесь нам, к сожалению, опять понадобится химия. В принципе, мы уже помянутые здесь два изотопа, С12, С13, да, которые отражают сочетание, которые отражают то, участвовал ли этот кислород в процессах фотосинтеза, когда, то есть органического происхождения, неорганического. Углерод может попадать в захоронение, да, из двух источников. Да? Из каких, в принципе? То есть это может быть мертвая органика, да, которая захоранивается, то есть в конечном итоге из фотосинтетического цикла, который имеет соответствующую метку. Да? Либо второй источник углерода, основной источник углерода в осадконакоплении, это карбонатное осадконакопление. В воде всегда у вас растворен углекислый газ, его много, при соответствующих изменениях
кислотный и кислотно-щелочного баланса pH, да, у вас углекислый газ регулярно выпадает в качестве кристаллов на дно. Соответственно, у вас углерод, появляющийся, формирующий осадки, имеет, происходит либо из фотосинтетического цикла, либо из карбонатного. Да? И я не буду грузить вас всякой техникой, как, так сказать, как там выбираются точки отсчета и прочее, но существуют способы, которые позволяют оценить интенсивность захоронения органического углерода. Да? То есть это оценить можно. А теперь внимание. Значит, аэробная биосфера, а у нас атмосфера уже аэробная, в целом, вот как единое целое, осуществляет очень простую химическую реакцию. CO2, ну, N раз, плюс NH2O, это будет CH2O, N раз, плюс NO2. И все. Всего-навсего. Да, ну и энергия. Энергия в этой части уравнения. Да. Значит, подставляя в качестве N шестерку, вы получаете на этом месте нашу любимую глюкозу универсальную. Ну, могут быть и другие варианты. Это в данном случае совершенно несущественно. CH2O. Да, уголь, вода, углеводы. Вот, собственно говоря, и есть суть. То есть углерод в восстановленной форме. Плюс свободный кислород в одной половинке, а в другой CO2, H2O и энергия. Да? Значит, если мы читаем уравнение справа налево, то перед нами какой процесс? Какой процесс? Фотосинтез, да? Ну, не обязательно фотосинтез, хемосинтез может быть, да? Если у нас, вот в зависимости от того, какая энергия вот здесь берется. Если солнечный, то фотосинтез. Если химическая энергия, то хемосинтез. Либо, а если мы читаем слева направо, это же уравнение, чем мы получаем? А? Дыхание, совершенно правильно. Дыхание, ну, оно же горение, гниение, это все, так сказать, одни и те же процессы, по сути. Да? То есть просто уравнение, читаемое в двух направлениях. Теперь вопрос к тем, кто уже химию превзошел. Да? Если у вас есть обратимая химическая реакция, с которой мы имеем дело здесь, каким образом добиться увеличения выхода одного из ее продуктов? Нас интересует кислород в данном случае. Как добиться увеличения выхода свободного кислорода? Вот в таком случае. Понятное дело, маленькие не волнуйтесь, я к тем, которые уже постарше, и которые должны на такие вопросы отвечать. Что, совсем химию не помните? Это неправильно. Значит, тогда открою вам страшную тайну. Для того, чтобы добиться увеличения выхода одного из продуктов, надо выводить из сферы реакции другой продукт. Да? Вот если у вас другой продукт выводится из сферы реакции, у вас увеличивается выход и второго. В данном случае для того, чтобы добиться увеличения выхода свободного кислорода, вам надо куда-то девать и выводить из сферы реакции восстановленный углерод в виде органики. Да? Что, собственно говоря, и можно зафиксировать вот этими способами, которые у нас теперь в распоряжении есть. Да? То есть по балансу тяжелых изотопов С12 и С13. И установлено, что вот как раз в этой временной окрестности, около 0,8 миллиарда лет назад, темпы захоронения органики, то есть количество углерода органического происхождения в захоронении, самое высокое за историю человечества. Фу, человечество. За историю планеты. Да? То есть в этот момент что-то радикально произошло с балансом органики. И следствием вот этого захоронения органики, да, у вас будет как раз увеличение количества свободного кислорода. Кстати, на всякий случай, вот, я люблю этот пример, вот, природоохранная пропаганда всем вбила в голову, что леса — это легкие планеты. Да?
Так вот, обращаю ваше внимание на то, что любое сбалансированное сообщество, в том числе тропический лес, да, оно потребляет ровно столько кислорода, сколько производит, вообще-то говоря. А если уж что и можно назвать легкими планеты на этой месте, то есть поставщиками свободного кислорода, то это будут как раз болота, где происходит некомпенсированное захоронение органики. Да? Вот это как раз и будет основной поставщик свободного кислорода в рамках вот этой самой балансовой модели. Да? Это только не воспримите это как, так сказать, призыв порубить на тумбочке все тропические леса, упаси бог. Я просто, так сказать, исключительно за точность формулировок. Значит, итак, в районе где-то 0,08-0,75 миллиарда лет назад начинается какой-то другой процесс, очень любопытный, который называется вторым кислородным бумом. И вот здесь уже роль начинает играть не вторая труба, из которой вытекает, а первая. Вот здесь уже показано, что в этом аэробном мире возникает большое разнообразие фотосинтезирующих организмов. Помимо одноклеточного фитопланктона, очень разнообразного в это время, уже появляются макроскопические зеленые водоросли, зеленые, красные, по-видимому, бурые. Да? То есть в это время уже возникает очень приличная флора, да, которая занимается фотосинтезом. Флора есть, фауны, кто ее должен утилизовать, нету. Да? Животных пока нет. То есть детритная цепь, да, которая существует в экосистеме, она перестает справляться с поступающим количеством органики. То есть водоросли есть, есть их некому, и водоросли эти начинают в массовом порядке уходить из углеродного цикла и захораниваться. Следствием этого является увеличение количества свободного кислорода. То есть здесь начинает работать вот эта труба, более интенсивная. И дальше все уже становится достаточно прилично. Через небольшое время у нас количество кислорода у нас уже достигает, примерно считается, процентов 10 от нынешнего. Ну и дальше уже все, так сказать, начинает идти спокойно. Дальше появляются многоклеточные животные, но это уже, так сказать, будет вот темой нашей завтрашней, нашей следующей лекции, всякие изменения. Пока нам важно то, что прошел второй кислородный бум, природа которого принципиально иная, чем природа предыдущей кислородной революции, что здесь уже речь идет о действительно приросте численности и интенсивности работы организма фотосинтетиков, которые соответствующим образом меняют радикально кислородную обстановку на планете, делая возможным существование многоклеточных организмов и животных в том числе. Ну вот, а про всякие события, которые... То есть мы уже вплотную с вами подошли к фанерозою, уже к привычным нам событиям, ну, собственно говоря, которые мы с вами... Самые крупные из перестроек биосферы, которые были на протяжении фанерозоя, мы, собственно говоря, с вами и обсудим на следующей нашей лекции. Благодарю за внимание.